Слышно, зато видно хорошо, что вы поете, что вы активно включаетесь. Спасибо. А мне наоборот. Не видно ничего. Но должна быть гармония в тандеме. Да. Понятно. Да. Ты за зрение, а я за слух. Да, ты за красоту всегда. Следующая песня из художественного фильма про «Красную шапочку». Автор Юлий Ким и Алексей Рыбников. Вот тут ждем от вас помощи в припевах. Да вообще ждем. Можно начинать? Пожалуйста. Пожалуйста. Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра в полночный безоблачный час распахивает небо, сияющий недр для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зимний. Есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит. Здравствуй. На нас, как же дети? Дети спят, наверное. Как хорошо от души спят по ночам малыши. Весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне, на луне. Читает сказки, лунный медведь вслух читает сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Но я считаю звезды, а звездам счета нету. Это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась Млечная дорога. А вдоль по ней, между жемчужных полей, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на голубом валуне, лунные люди смотрят, глаз не сводят. Как над луной, шар голубой, шар земной, очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит.